Детская школа искусств гармонии, основанная в 1989 году, сегодня работает по трем основным направлениям – музыкальное, художественное и эстетическое. На отделении школы искусств занимается более 1500 учащихся. Фундамент школы – творческий коллектив, профессионалы, всем сердцем влюбленные в свою работу, в детей. На большом количестве конкурсов выступаем. Ну вот недавно мы ездили в Сочи на международный уровень. Вот мы стали лауреатами первой степени. Вот, ну и на районных конкурсах тоже много выступаем, занимаем там первые, вторые места в основном. У нас половина вот коллектива Элегия, девочки некоторые, они учатся в институтах, институт культуры, хореографические факультеты. Вот наши преподаватели, они очень хорошие, ну и благодаря им вот они вырастили нас таких. Не знаю. Но не сильных, но таких грациозных. Я желаю, чтобы мы и дальше могли продолжать сюда ходить и развиваться, чтобы всегда занимали первые места и никогда не подводили своих преподавателей. Юбилейное торжество – это тот особенный случай в жизни коллектива, когда за самоотверженный труд и значительные результаты работники получают достойные награды. Благодарственные письма и почетные грамоты – за весомый личный вклад в развитие системы дополнительного образования были вручены педагогам школы искусств. Самая главная задача, которая стоит перед коллективом, это что тот ребенок, который пришел заниматься дополнительным образованием, чтобы он не потерял тот интерес. Интерес в танце, интерес в вокале, интерес в игре на инструментах, интерес рисовать. И мы знаем, что все дети, которые приходят в это учреждение, находят себя и хорошо сочетают и учебу в школе, и занятия в школе искусств гармонии. Мы очень благодарны за то, что у наших детей есть возможность расти и развиваться в таком замечательном учреждении образования, развиваться гармонично, правильно, разносторонне. И мы вместе с нашими детьми также немножко приобщаемся к прекрасному и развиваемся. Спасибо, Любовь Васильевна, спасибо всему коллективу, конечно, за то сердце, за вашу душу, которую вкладываете в наших деток. Несмотря на все сложности, наши творческие коллективы, школы дополнительного образования гармонично развиваются и добиваются особенных высот. Все эти три десятилетия школу искусств гармонии возглавляет ее бессменный директор Любовь Кукушкина. 30 лет – очень замечательная дата для молодой школы. За время работы мы приобрели огромный опыт, работая в образовании. Мы достигли больших успехов в своей деятельности. Ну а самое главное – это наши дети, которым мы служим. Более 5000 детей стали участниками и победителями конкурсов, олимпиад и фестивали различных уровней, на уровне района, региональные уровни, Российской Федерации, международные конкурсы. Но самое главное, что они преданы нашей школе искусств. К юбилею детской школы искусств ее воспитанники и педагоги подготовили большой концерт. В программу, как водится, вошли только лучшие номера. О людях, достигших своего 30-летия, говорят в самом расцвете сил. А значит, не иссяк заряд бодрости. Впереди много побед и ярких творческих свершений, обретение нового опыта и открытие новых талантов в детской школе искусств гармония. Ирина Самойлова, Сергей Власов, День города.